Мусором в Сергиевом Посаде и округе переполнены не только контейнеры, но и сами площадки. Это фотографии соцсетей с первой половины недели. Ферма, Римаш, Симхоз, Шабурново, Скоропусковский. Сергиево-Посадский региональный оператор не справляется с взятыми в начале года обязательствами. Как рассказывает замглава администрации района Оксана Ероханова, компания опустошает мусорные баки, но навалы на площадках остаются. Рекоператор ссылается на переполненные полигоны. Постоянно в Атехнадзор направляются наши обращения, направляются обращения граждан. Работа в этом направлении ведется. Рекоператор нам говорит о том, что нет лимитов на полигон, не принимают мусор на полигоны, полигоны закрываются, полигоны не принимают мусор. И в этом проблема у рекоператора. У нас эта проблема никак не должна волновать. Сергиево-Посадский округ приписан к полигону Непеина под Дмитровым и к мусоросортировке под Пушкино. Сбой в графике вывоза мусора из-за очередей на полигоны. Ситуацию отчасти выручает полигон в Клину. Туда за 120 километров сейчас вывозится часть сергиево-посадского мусора. Ситуация меняется, но я хочу сказать, она улучшилась процентов на 30, никак не больше. То есть стабилизации пока у нас нету. Надеемся, что в ближайшее время вопрос решится. Очень этого ждем. Вопросы с региональным оператором обсуждаются на совещаниях в администрации. Точечные мусорные проблемы на личных приемах, в том числе их проводят в местном отделении партии «Единая Россия». Олег Волошин с проспекта Красной Армии 205Д говорит о переносе контейнерной площадки. Сейчас жители трех домов выбрасывают мусор в контейнеры на необорудованной площадке, которые стоят под окном его дома. Перенести и полноценно оборудовать новое место можно, но не всех это устраивает. Естественно, около своего дома никто не хочет делать. Начали под окна соседнего дома предлагать ее ставить. К общему знаменателю сначала пришли на совещание, собирались у Оксаны Владимировны. Нашли место, которое будет, в принципе, равнозначно относиться ко всем домам. Ну, и со всех домов ее будет видно. Все сначала согласились, потом уже, когда были на месте, утверждали ее. Некоторые жители стали говорить, нам здесь не надо, нас устраивает вон там у соседнего дома, под окнами. И, собственно, в этом весь вопрос. Новую площадку оборудуют, когда получится договориться о новом месте с жителями ближайших домов. Александр Бурмистров, Антон Коврижный, Кирилл Емельянов. Программа «События».